В городском центре здоровья, больше известным горожанам как плавательный бассейн на улице Мира, прошло подписание договора на оказание спонсорской помощи волейбольному клубу «Владимир». Свои подписи под документом поставили первый заместитель главы администрации города Владимира и по совместительству президент волейбольного клуба Владимир Горев и руководитель проекта «Скрипинский карьер» Андрей Мешков. Сумма вливаний не разглашается, однако Горев отметил, что «Скрипинский карьер» – самый крупный спонсор нашей команды, и поэтому теперь предприятие официально считается титульным спонсором клуба. Спасибо вам. И вам, да, за то, что эту помощь приняли. Спонсоры не скрывают, что прежде чем принять решение, хорошенько подумали, и окончательным аргументом «за» стал игровой задор нашей команды. Мы были на матче в Москве, когда клуб играл с командой Одинцова. Тяжелый матч, сам переживал. Выиграли. Ну, наверное, вот этот такой тяжелый выигрыш и во многом натолкнул на мысль на то, что этот вид спорта в городе Владимире должен развиваться. В команде уже знают, куда потратят деньги. Отмечают, что подписанный контракт не повлияет на итоговую задачу. Минимум на сезон – выход в полуфинальную стадию плей-офф. Никаких там глобальных приобретений на эти средства не планируется. Это именно в бюджет волейбольного клуба форма, питание, командировки, проживание, премиальные. Вот все, что связано с бюджетом. В свою очередь Андрей Мешков отметил, что руководство предприятия надеется, что дополнительные финансовые вливания позволят владимирской команде преодолеть материальные трудности и плотнее сосредоточиться на игре. Отдельной строкой Мешков отметил, что принципиальная позиция предприятия «Скрипинский карьер» – не влиять на кадровую, игровую и прочую политику клуба. Клуб сам тратит спонсорские деньги туда, куда он считает нужным потратить эти деньги. Надеемся, что они будут потратены на волейбол и на развитие команды и волейбола в целом в городе, на пропаганду этого вида спорта в городе. Кроме того, было сказано, что если команда выйдет в финальную пульку высшей лиги Б, руководство «Скрипинского карьера» рассмотрит возможность дополнительного финансирования команды. Ну а сейчас во Владимире проходит второй тур чемпионата России по волейболу высшей лиги Б, где наша команда пытается подтвердить игрой, что спонсоры сделали верную ставку в выборе команды-партнера. Сергей Николаев, Арсений Хуторской, Екатерина Степанова, Губерния, 33.